сначала тогда. Сегодня наша очередная экскурсия краеведческая, экспедиция в поселок Решкуба. Это уже у нас четвертая экспедиция. Она организована в рамках проекта «Народная память Мочегорска». Наш проект принимал участие в конкурсе Кольской горно-металлургической компании «Мир новых возможностей». И вот такой интересный проект. Почему мы проводим экскурсии? Ну, прежде всего, это познавательная деятельность нашей молодежи. И мы решили не просто путешествовать по поселкам, по территории поселка, а мы решили еще сделать небольшой игровой момент. Дети поиграют, поотгадывают викторины, то есть они на месте уже попробуют развить свои способности, ориентироваться в поселке и ответить на какие-то интересные задания, которые мы для них подготовили. Город уснул и, наверное, проснется не скоро. Синим неоном опять свои сны расплескал. Зонтик открыл он с простым и знакомым узором. Все как обычно, и я его сразу узнал. В сказочном сне я иду по проспекту ночному. Многим на этой земле побывать довелось. Здесь одиноко стоит всем до боли знакомый города герб, если проще, то бронзовый лось. Снова сентябрь, небо и слез. Спит манчий лось. Здесь молодые частенько встречаются пары. Здесь у фонтана всегда есть дела у ребят. Каждый последний звонок здесь бренчат на гитарах. Дворники мусор метут и прохожих бронят. Капли дождя, осень и дождь, что ж за тебя, Мончегорск? Может быть, лучше места и бывают там где-то. Краски поярче, теплее, лето длиннее. Только я так вам скажу, нет другого ответа. Этого города нет мне на свете милей. Просто сентябрь, небо и слез. Спит Мончегорск. Капли дождя, осень и дождь. Пью за тебя, Мончегорск. Каждого края приметы свои и красоты свои. Таежная зелень, стихия морская, орлы над горами, в садах соловьи. И каждый гордится родной стороной. Но бродит по свету, сдружится с иной. Путешествуйте с севера на юг, с запада летайте на восток.
испытать вы сможете восторг, лишь попав в Лапландию. Здесь гор крутизна, и озера баяни, и слаломный спуск, и в Хибины тропа. Бегущая в небе поземка сияния, природа не ласкова, но не скупа. В апреле еще не приходит весна, а летнее солнце не ведает сна. Путешествуйте с севера на юг, с запада летайте на восток. Испытать вы сможете восторг, лишь попав в Лапландию. Здесь добрые люди сурового края, горячих сердец вам подарят тепло. Отсюда в родные края уезжая, конечно, вы скажете, нам повезло. Найти среди кольских заснеженных гор жемчужину северных мест Мончегорск. Путешествуйте с севера на юг, с запада летайте на восток. Испытать вы сможете восторг, лишь попав в Лапландию, в Лапландию, в Лапландию. Колесил немало я дорог, и городов красивых много повидал. Но только тянет на родной порог, я никогда его не забывал. Ни злые ветры, холод и мороз не скроют теплоты твоей. Ты стал родным надолго и всерьез, и главным городом в судьбе моей. За полярным кругом вечные снега, солнцем позабытый край, но сияет добрым маяком всегда мой Мончегорск. Живи, не замерзай. Но сияет добрым маяком всегда мой Мончегорск. Живи, не замерзай. Мне каждый камень с детства твой знаком, и в юных лицах узнаю себя. И первый тост за праздничным столом всегда я поднимаю за тебя. За полярным кругом вечные снега, солнцем позабытый край, но сияет добрым маяком всегда мой Мончегорск. Живи, не замерзай. Но сияет добрым маяком всегда мой Мончегорск. Живи, не замерзай. Пожалуйста, впечатления. Вот как-то, как, ой, до того, как ты приехала, и сейчас они разнятся. Вот ты же то, что ты ожидала. И я ожидала, что тут будет, ну, скучно. А было очень весело. Ты ожидала скучно? Может быть. Расскажи, что ты ожидала?
Как ты представляла, как это будет? Там будем ходить, все рассматривать, будет экскурсия, тут были всякие конкурсы. Что, экскурсовод с указкой? Да, посмотрите да. Направо, посмотрите да. Налево. У нас были всякие конкурсы, всякие развлекательные программы, пикник. Так. И клевый фотограф. Так, меня зовут Лидия Кончала, мне 14 лет. Я учусь в 7-й школе, в 8-м Б-классе. Мне очень понравилась экскурсия и всякие развлечения. То, что мы жарили сосиски, фотографировались. Так, хорошо, это классно. А то, что конкретно по поселку Режгуба ходила, что-то вот новое для себя открыло? То, что мы зашли, где была раньше почта, так. Желтое здание. Угу. Потом мы бегали с группой, с командой, думали, искали все, бегали по дамбе. И много разных. Так, а вот перечисли, что ты вот запомнила. Отсюда ты запомнила, что погреб, то, что раньше в погребе хранили всякую, то, что раньше не было холодильников, все хранили. И то, что вот, желтое здание, вот это вот такое. Так, и все? Да. А улицы запомнила, какие были? Или у вас не было этого задания? Не было. Не было. Так. Мне очень понравилась эта экскурсия, было очень весело, ребята супер, фотограф тоже. Ага. Много нового открыла. Мне очень понравилось сегодня, мы бегали, узнавали много нового. Что узнал-то? Кстати, можешь сказать, что ты на самом деле узнал? Ну что ты узнал? Ну, мы узнали, в каком году был основан поселок. Какой? Приозерный. Молодец, да. Кстати, Приозерный это еще тот же самый 33-й километр. Мы узнали, где находился аэропорт. Где? На Монте.